Ты должен прежде всего понять, что во всех твоих желаниях и мыслях находится Творец, и Он играет с тобой в тысячи разных направлений, а ты лишь как точка... Ты, нет, не только наблюдатель. Я чувствую, я выясняю. Я раскрываю. Точка в сердце. Эксперт. Но только в ней я нахожусь. Если из нее сейчас я хочу дать Творцу управлять мной, в чем мое усилие? Не в том, чтобы я управлял, а в том, чтобы Он управлял над всеми теми желаниями и мыслями, которые противоречат Ему. Я нахожусь как будто бы под властью целого мира и сил разных, которые приходят ко мне и желают меня сожрать, и сумятицы, путаницы, проблемы. И Творец так формирует мир, чтобы я захотел, чтобы только Он правил во мне над всеми этими помехами. То есть я чувствую помехи, я их не стираю, не закрываю глаза. Не говорю, что их нет, как маленький ребенок, знаешь, когда ты закрывает глаза. А я хочу, чтобы у меня было все, что Он дает, и помехи, и это от Него, и также объединение с Ним, связь с Ним,